Ну, конечно, то есть пар проходит через парогенератор и крутит потом реакторную установку. Пойдем-ка посмотрим, что тут реакторную установку нам продемонстрируют. Вы видите активную зону реактора. Она загружена ядерным топливом и заполнена теплоносителем – водой. Включились главные циркуляционные насосы, и теплоноситель начал циркулировать сквозь активную зону. Извлекаются стержни управления и защиты. Ядерная реакция началась. Друзья, проходите сюда скорее. Поближе. Сейчас нашел, после еще работает реакция. Горячая вода направляется к парогенератору. Энергия, созданная ядерной реакцией, превращает воду в пару. И вот, наконец, пар поступает на турбины и запускает процесс